Приветствую, друзья мои! С вами Антонина, и вы на моем канале Антонина Абрамкина. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе поступления нового товара в магазин Светофор Фикс Прайс. Смотрите мои таро-прогнозы, будьте оставаться со мной на 2020 год. Я буду рада всем и рада буду новым друзьям. Ну, сейчас пройдемся по магазину Светофор и видим, все-таки сейчас идет подготовка новогодняя, и мы, естественно, закупаемся, уже думаем наверняка и уже распланировали, какие угощения будем ставить на стол. Ну и, конечно, магазин Светофор все-таки здесь изобилие товара, изобилие продуктов. И много качественных продуктов, скажем, что и, конечно, сэкономить финансово мы все думаем. И все-таки сэкономить и все-таки красиво накрыть новогодний стол мы тоже можем благодаря магазину «Светофор» распределить бюджет. И на сегодняшний день у нас выгодная цена 153 рубля, вот, скажем, мясо. Я не просто так стою здесь долго, а хочу, чтобы вы видели, что у нас имеется здесь в продаже. Ну, каждую баночку, конечно, не расскажешь, значит, протов масло 71,50 вот такого и 75,90 вот такого плана. Конечно, производителей я сейчас здесь не вижу, очень мелко. Но мясо довольно-таки интересно. Посмотрите, 153 рубля и вот то есть как бы мясо хорошее. Пойдем дальше. Конечно, пройдусь через холодильник. Мне всегда жутко заходить, там так холодно. Вот. И здесь, видите, в продолжении сюжета мясного, здесь тоже видим замечательные ребрышки, вот, скажем, для шашлыка. Прослойка сала небольшая. И как и здесь вот такие хорошие кусочки. То есть выбрать мясо можно. А еще есть печень свиная 81,90. Вот мы видим. Да. Ну и, конечно, изобилие здесь сыра. Сыр мне нравится, я беру здесь. Как бы и здесь вот есть сыр Гауда. Вот, на полочках, смотрите. И изобилие колбасы, сосисок, вареной колбасы. Яйцо 139 рублей, вот кассета. Ну и молочные продукты, сгущенки. Все, так иду медленно, показываю, что есть в продаже. Ну и колбасы. Колбасы тоже, вот сыр копченый, я ее каждый раз Черкизово показываю. Потому что, что пробовала, говорю, оригинальная с перцем 373. Тоже так-то интересно смотрится колбаска. Тут можно взять, попробовать сегодня. Ну и большой ассортимент и рулеты, и как видим, куриные рулеты 217 рублей и щековина. В общем, смотрите, в общем, мясо тоже можно выбрать на любой вкус и, скажем, цену. И, конечно, большой ассортимент рыбы. Смотрите, рыбных продуктов здесь видимо-невидимо, скажем, любой баночки, любой размер и по любой цене. И мне, конечно, вот это нравится, как лосось к пиву. Ну, конечно, не к пиву я беру, а с удовольствием беру и с ржаным хлебом наворачиваю. Жирно, вкусно довольно-таки, мне нравится. И советую. К пиву я не знаю, как оно выглядит, а вот просто полакомиться с удовольствием. Как бы, да, вот я показываю баночку, показываю, а сама выбираю, какую же мне пожирнее взять, да, вот. Потому что мясо очень, вот эту баночку, конечно, я к себе возьму. Вот. И здесь форель 139 вот, рублей, кусочки. Ну, рыбы всякой. И скумбрия холодного копчения, и имбирь. И капуста, и морковь по-корейски, очень много всего. Сельдь вот пряного посола 110 рублей, видите, здесь много. Ну и, конечно, вот эта горбуша, вот я показываю ее в каждом видео, очень вкусная. И 359,90, ну, одна рыбка, вот я вижу, 254 рубля. Но покрупнее, вот даже на 502 рубля, посмотрите, но она такая жирная, такой кусок.
Ого-го, вот это рыбка. Я бы ее съел прям сама. Вот такая рыбка. Ну, я в пределах 350 рублей беру, она тоже жирненькая такая, вкусная. Вот. И крабовый палочек 22 рубля. Я убегаю просто из холодильника, просто холодно мне там уже. Вот. Ну и смотрим дальше, как, наверное, пройдемся вот через бытовую технику. Здесь очень много чайников, два-три вида чайников здесь электрические. Мы их тоже все постоянно показываем, но сегодня будем искать новинки, что у нас есть из новинок, потому что этот товар весь был уже, и здесь мы эти все, весь этот товар видели, но все-таки он есть в продаже, смотрим. Вот. Очень красивые кастрюльки вот эти с маком, и как бы с красивым, да? 385 рублей, 4,3 литра, вот они красивые. И вот эти беленькие 4 литра, 399 рублей. Вот рыбу взяла, теперь буду носить в руке, потому что если не возьму, потом забываю, думаю, что же я не взяла-то. Оказывается, вот. Ну и сейчас здесь покупатель, всем привет! Вот, кофеварка и турка электрическая, термопод, все это вы видите, электрогриль, утюжки и электрошашлычница. Это я пропускала покупателей. Вот, смотрим дальше, что из новинок. Ну, вот сахарница с крышкой 68-10, так, кувшины они были, ну, здесь, как всегда, праздничный самовар и сервизы чайные, но самоваров уже мало осталось, 5 коробок только вижу уже, но очень красивые и украсят кухню просто шикарным своим видом. Ну и здесь банки вот эти вот тоже, я их постоянно вот говорю, и двигаемся дальше. Из новинок, конечно, пришли блюда овальные. Вот 69,40. Посмотрите, очень придется положить свою рыбу. Вот, посмотрите, такие красивые овальные блюда. Вот сегодня два штучки придется взять, потому что на новогодний стол поставить дочь очень даже красиво. Ну и здесь еще вот такие есть салатники, яблочко. Ну, для фруктовой нарезки, ну, не обязательно, любой соус налил и поставил, тоже красиво смотрится, 55-20. Ну, это здесь очень мелко, но я думаю, это же вся та же самая, идет нижегородское стекло, но очень они, скажем, практичные, и, ой, как красиво, и очень красиво смотрится. Вот, придется сегодня мне самой это взять, вот, пока отложу вот так, и вот таких два. Где-то у меня супруг ходит, конечно, мне надо будет его найти и показать, что здесь у меня товар отложен, вот, не забыть бы. Ну и, конечно, здесь проходим мимо пластмассы, и тазы, и корзины, и унибоксы, и бокс универсальный, изобилие всего, скажем, всяких размеров тоже. Яйцо куриное 139 рублей сюда прибыл. Посмотрите, товара очень много прибыло, ставить даже некуда. И как товара очень много к Новому году. Вот хочу показать еще из новинок. Стремянка-табурет разборный, 2 ступени, 867 рублей. Посмотрите, классная стремянка. Вот. Но она, конечно, здесь не закреплена. Видимо, подтянуть надо вот так ее. И если высокие антресоли, то вполне как бы достаточно 2 ступени комби. Ну, это табурет двухъярусный какой-то вот. А тоже, и, видимо, мебель тоже прибывает из новинок. И, видимо, сейчас будут распаковывать. Так, ну, покупателей очень много прибывает в магазин. Ковриком, конечно, не подошла, не смогла подойти. А покажем здесь вот то, что имеется для развлечений для детей. У нас пока снег весь сошел, растаял, но уже с сегодняшнего дня, с среды, обещают похолодание. И я думаю, что
как похолодание придет. И хочу показать еще, что прибыли новые виды подарков, но не здесь, они, конечно, в другую колонку. Вот туда надо, наверное, пройти. Ага. Ой, ну очень много подарков. И чаи, и подарочные наборы вот такие, с как с кружка с ложкой, тоже в каждом видео показываю. Вот. Но подарков сладких очень много прибыло. И так, на сегодняшний день еще вот майонез 63,90, вот показываю, провансаль. Я его постоянно беру, мне нравится. И цена устраивает, и объем, как говорится, устраивает. Ну, что еще здесь хочу показать, что вот в прошлый раз не показала, портативная колонка. И довольно-таки интересно, я ее купила через Bluetooth, как звучание очень, скажем, громкое у этой колонки. Вот здесь есть шнур, как бы заряжается от сети, так же как сотовый телефон, чтобы было понятно. И здесь режим включения-выключения, и очень даже как громко будет играть музыка. Сейчас я одной рукой смогу, нет? Не смогу, наверное, включить одну руку. Вот, смотрите, вот он моргает. Вот. И уже через телефон включаю, и звучание очень громко. Мне довольно понравилось. Но сегодня снова куплю я такую колонку, потому что у меня внучка, как только увидела, сразу как захотела, чтобы я ей подарила. Я, конечно, подарила, но сегодня сама себе куплю. И светомузыка здесь, и звучание очень громкое. Так что рекомендую. Вот. Я уже пока видео делаю, себе уже присматриваю, что купить. И цена у этой колонки 215 рублей. В общем, рекомендую, очень даже интересно. Ну, здесь рядом вот я показываю видеорегистратор для автомобиля каждый раз, 492 рубля. Ну, я про это ничего не могу сказать, но про колонки очень даже рекомендую. Интересно, потому что здесь они возле кассы находятся, эти колонки. Если вы просто проходите и не обращаете внимания, но все-таки рекомендую обратить внимание, и колонка интересна. Пойдем дальше. Очень шикарная, роскошная у них елочка в магазине Светофор. Цена елочки. Елочка 356,50. Вот. А игрушек у них очень даже много. Ну и здесь детские игрушки. Здесь полки для автомобилистов. Я просто не останавливаюсь, потому что весь этот товар был и есть. Тосол 239, в чем я понимаю тосол, да, вот это вот говорю. Стеклоомыватель 86 рублей в новых бутылочках каких-то, вот вижу. И как прожектор 222 рубля. И как бы что еще есть, кому что интересно, вы можете смотреть, как бы что на полках вы видите. Это полки для мужчин. Ну и здесь, конечно, полочки для нас, женщин, что мы все внукам, внучкам выбираем сказки. И каждый раз я покупаю определенную новую книжку, дети довольны. И книжки, и пазлы здесь, и конструкторы. То есть для деток как в подарок можно выбрать. Ну и здесь ряды бытовой химии, мыло, туалетная бумага влажная 38, да, стиральные порошки, кондиционеры, посмотрите, памперс 453,90. Вот, посмотрите, здесь все, что необходимо, крема, шампуни, все можно приобрести вот в магазине Светофор. Это улица Куйбышева. Вот такие салфетки бумажные, 200 штук, 23,70. Ну, вот тоже, вот, смотрите, очень интересная цена. И идем мы дальше. Ну, что здесь еще нас может заинтересовать? Нас может здесь заинтересовать сегодня. Я просто иду и смотрю новинки, высматриваю. Ну, вот девочки тут работают, конечно,
видимо, готовят к прибытию нового товара. Колготки, штанишки, вот все здесь, как обувь, тапочки, полотенце, все галоши и большой выбор товара, вот детского, все это показывает, все это есть, и просто не мешай, видите, товар уже целым паровозиком подготовлен на вывоз, то есть прибытие нового товара как бы целым паровозиком выстроен, посмотрите, поэтому девочки место подготавливают для нового товара. Ну вот, то есть я вот так вот пробежался, вам показала, что много интересного и нового товара, как говорится, в магазине Сахар. Это улица Куйбышева. Если кому интересно, если вы что-то присмотрели, то спешите в магазин. Все-таки в раз все не купишь, а потихоньку-потихоньку мы все равно закупаемся. И к новогодним праздникам, и подарки здесь, и необходимые предметы можно все выбрать. Это магазин «Светофор» еще раз. Ну вот и в холодильнике очень много интересного. Ну, всем пока, друзья мои. До новых видео. С вами была Антонина.